Я на рыбалке. Я на рыбалке. Притворяюсь. Говорит, свело, свело. Хотя там еще в запасе раз, блин, 6-7 точно было. Ну, ты профессионально этим. Так что, блядь, а я моложе, блядь. Бренд Мори представляет. Я его сильнее. Он большой, но он слабенький. Силы нет в этих мышцах. Синтол алмаз внутри, что вот он просто вот такой, а там непонятно что, блядь. Как вообще настроение? Все хорошо. Перезагрузился. Готов пахать. 38. Чё лезть ко мне, я сильнее его. Чё, тяну я больше, жму я больше, приседаю больше, чем он. Поэтому, конечно, побаиваюсь, меня ко мне не подходит, боится. Он видео-то видел, что я там творил в пауэрлифтинге, да? Поэтому бздит. Димон, ты следи за мной. Наблюдаю. И понимаешь, что заднее бедро у меня мощнее, чем твое. Пока что. Кто смотрел наш прошлый выпуск из «Алмаза», тот поймет причину этих подколов. Хотя вся эта история началась значительно раньше, в далеком 2014 году, когда на «Железном рейтинге» вышла серия выпусков под общей темой «Мутанты из «Алмаза». Именно тогда в объективе ЖР впервые появились Дмитрий Лапалайнин и Сергей Данилов. Два молодых парня, мечтающих взойти на Олимп российского бодибилдинга. Мне было 19 лет. А он уже был старым. Ты 95-го, да? На 6 лет я его постарше, да. Так получилось, что он еще в юниорах выступал. Я уже 15 килограмм полегче, правда. А я первый раз вышел по мужикам, да. Но тогда мы весили примерно одинаково. Нет, вот. Больше. Чуть больше? Больше весело. Да? Да? Да. Вот так, даже я был больше, да? А сейчас Серега меня больше на 20 килограмм весит. Ну ничего, это не влияет. Когда-нибудь встретимся. На шашлыках так точно. Как бы Сергей намекает, что когда Дмитрий выйдет на сцену соревновательную, он уже будет выступать среди ветеранов, и они опять не пересекутся. Вот. Как бы такой намек все время идет на возраст. Димон красавчик. Мы дадим жару. Растяни, растяни. И локтями. И засаживаем. И... В 17 году последний раз я выступил, стал вице-чемпионом Питера свыше 100. Все, это было последнее выступление. А кто тогда первым стал? Бажанов Денис. Третий был Илья Луковец. Удалось выиграть Илью хоть раз. Ну, хорошая компашка такая была там. Дмитрий Крылов был, Ложников Виталий, Дима Иванов. То есть такая хорошая компания собралась, вот я стал вторым. Было это круто. Мне очень запомнилось. Вот. И потом я уже в лифтинг пошел. 15-й год я выступал. 18-й год я выступал. 18-й Россия. Выиграл Россию. Угольник. Да, да. То есть среди юниоров. Да. На Питере по мужчинам третий стал. Свыше 100. При весе 101 килограмм, блин. А кто тогда победил? Да. Кто победил? Победил Зуфар. Зуфар победил. Второй стал Мамонтов. И вот сегодня Сергей и Дмитрий вновь, как и 7 лет назад, готовятся к новым стартам. Как и 7 лет назад мечтают стать лучшими из лучших. А как вы понимаете, конкуренция в этом деле – отличный двигатель для постоянного прогресса. И то, что парни из одной качалки здесь роли никакой не играет. Чемпионом может стать лишь кто-то один. Когда я видео увидел в Ютубе с ним, как он раскабанил, я вообще, реально офигел, потому что я ж помню, каким он был, и тут прям такая колоссальная прибавка, и сразу меня это сподвигло вернуться и наказать его. По массе сейчас лидирует Сергей. В нем порядка 140 кило отборного мяса, а Дмитрий пока на 20 килограммов полегче. Но зато Сергей все еще играет в компьютерные игры один. Ну не я один, он тоже. Что нам еще делать? Качаться, есть, спать, играть.
А вот Дмитрию приходится делить джойстик с двумя крепкими парнями. Старшему 4, младшему 2. Растут очень быстро. А мы, глядя на этих огромных парней, подумали, а почему бы не перезапустить проект «Мутанты 2.0»? На самом деле это круто, что у тебя в архивах есть записи там 7-летней, 10-летней давности, что ты можешь порыться в архиве и найти вот эти вот уникальные кадры, как парни начинали, какими они были. Я думаю, что им интересно, я думаю, что вам интересно понять вот этот прогресс. Когда ты видишь в моменте, это не так круто, чем когда ты видишь в прогрессе. А поможет нам в этом непростом деле бренд Мори, благодаря которому вы раз и навсегда сможете навести порядок как в своем шкафу, так и в спортивной сумке. В описании к этому видео вас ждет промокод на скидку на всю продукцию Мори. Ну а мы возвращаемся в Алмаз. 400 килограмм. Не жали, наверное, месяца два. Это как в спортлайфе 800, блядь. Так что приходите к нам, попробуйте 400 пожать. Все в порядок и пошел. Раз. Еще два раза. Пошел. Раз. Еще. Еще раз. Да. Все, закрываем. Я полтаху попробуем. Нет, давай на сегодня на 50. Последний все. 50. 50. Давай. Давай. Не, оставь. А туда полтушки. Так результаты получаются, когда рядом находятся как сильные ребята. Только сильными надо тренироваться, если хочешь быть еще сильнее. Короче, если хочешь быть сильным, тренируйся с сильными. Вот и все. Мы ждем вас в Алмазе в фитнес-клубе. Фитнес-клуб Алмаз. Мы занимаемся здесь фитнесом специально для вас. 350 было тяжелее, чем 400. А почему так долго? Думаешь? Пока не прокачать. Что думаешь о тебе другом? На фильме 365 дней. Готов? Да. Ты не даешь отдохнуть. Че отдыхать? Отдыхать надо с женщиной, с красивой, с женой отдыхать. А здесь надо работать. Еще в ноги поешь. Дима, дальше еще. Вот на сгибке. Туловище. Не отводи назад. Раз. Глаза закрой. Пошел. Раз. Закрыл. Раз. Отдохнул. Подышал. И засадил. Давай. Раз. Ага. Еще разик. Оп. Все. Пиздец. Многовато. Ну вот это да. Не, ну на первый раз нормально, потом меньше надо. С Андреем Анатольевичем не забалуешь. Поэтому я в Алмазе не тренируюсь. Поэтому я тренируюсь дома. Подышал еще один раз, колено вот это смотри. Давай еще раз. Дави. Все, закрыл. Я только вес почувствовал. Хорошо? Да. Все.
слабенько. Вот тут у всех антропометрия разная для приседа, то есть это не значит, что если в жиме ногами человек жмет ну, много, то что он будет приседать, то есть поэтому, ну, в любом случае, да, то есть здесь 300 точно, это понятно, на раз. Ну, 300 точно зачет. 320 на 2 у меня рекорд. Присед. 320 на 4. Выглядел. Есть, кто-то есть. Занимался профессионально этим. Так что, блядь, да я моложе, блядь. Но я при весе 100 килограмм присел. В 19 лет. Слабые стороны его. Его? Да. Да я, ну, у него слабо как бы мест в плане, там, нет как бы особо, но его слабое место, мне кажется, это у него в голове. Вот это его слабое место, то есть ему разобраться, как бы быть более уверенным в себе, что ли, там абстрагироваться от всего остального перед подготовкой к соревнованиям, и тогда все у него будет супер, у него все данные есть, только разобраться в голове, что это, скажем так, немаловажно, это, наверное, все-таки основное для бодибилдера, потому что от этого зависит форма, ну, перед соревнованиями, да, потому что если у тебя в голове не очень, то и форма будет не очень. Скажи слабые места его над теми, которыми мы предстоит больше всего работать. Грудь, трицепс, ширина спины. Да. То есть, да. В принципе, лучше остаться в пауэрлифтинге? Нет. Ну, у него есть положительные стороны, ноги, бицепс, плечи хорошие, круглые. Ну, как и у меня, у него грудь всегда выпадала. У него бицепс доминирует, у меня наоборот отстает. У меня трицепс доминирует, у него отстает. То есть, что-то есть, что-то нет. Мы над этим работаем, вот и все. Пять, шесть, все, подыши, шесть сделал, давай, два точно, пошел, семь, еще, раз, еще, два, давай, еще два и все, раз, и один, все, хорош. Что-то блядь, мало, слышать. Это столько же? 450? Это 75. А. Это же узкий. А, все. Тебе мало? Что, пошли? Много, сейчас отдохну просто много. Да, притворяясь, говорит, свело. Хотя там еще в запасе раз, блин, 6-7 точно было. Он, свело, ножка болит. Ну, а что? Хорошо, сейчас очень медленно. Вот так вот шутками-прибаутками проходят тренировки в легендарном «Алмазе». Хотя Сергей Данилов уверил нас, что если железный рейтинг заглянет в «Алмаз» на тренировку плеч, то там будет настоящая война. Ну что же, мы так и сделаем.